Одна из последних разработок авторитетного ученого в области очищения и детоксикации организма, канадского ученого Альберта Зера, Калавада Лайт. А сейчас мы ее распакуем и посмотрим, что входит в эту программу, для кого она предназначена. Но в первую очередь эта программа полностью составлена из растительных компонентов и предназначена для всех людей, которые желают очистить свой организм. А зачем чиститься? Ну, это целая отдельная тема для разговора. Вот так подготовлена программа. Программа Калавада Лайт, три этапа в этой программе, соответственно, разделено на три упаковки, чтобы никто не запутался, 5 дней, 4 и 5. Итого 14 дней программы очищения, инструкция на 13 языках, в которой подробно описаны показания, противопоказания, рекомендации по питанию, кому не рекомендовано проходить эту программу, есть некоторые ограничения, противопоказания. И что входит в состав этой программы, а подробнее я сейчас вам об этом расскажу. Кстати, будет еще входить в комплект программы вот такая брошюра с рекомендованными продуктами для питания на эти 14 дней, дабы ваше очищение прошло еще эффективнее. То есть здесь достаточно много рецептов, которые уже зарекомендовали себя как хорошие сытные обеды на программах очищения и эффективные. Итак, инструкция есть, рекомендации по питанию у нас есть. Из чего же состоит эта программа? Ну, в первую очередь, от чего нам чиститься? Выхлопные газы, пассивное курение или вы настоящий курильщик, консерванты, эмульгаторы, красители, добавки в продуктах питания, все это накапливается в наших основных фильтрах, печени, почках и так далее. И, естественно, от всего этого нужно так или иначе избавляться. И вот здесь за 14 дней мы сможем это сделать. Значит, первое, давайте познакомимся, какие же активные компоненты входят в состав программы. На первом этапе у нас детокси 1, детокси 2 и грин-грин. Детокси 1 содержит цветки красного клевера, корень лопуха большого, кукурузные рыльца, траву тимьяна, траву эхиноцеи, корень имбиря и солодку. А в детоксе 2 входит более такой выраженный противопаразитарный эффект. Сюда входит корень имбиря, трава шалфея, лопух, листья артишока испанского, семена расторопши, достаточно известные всем любителям нутрициологии, листья малины и корень алтея лекарственного. Грин-грин. В состав грин-грин входят, мне кажется, это вообще уникальный состав. Жаль, что его нельзя купить отдельно, потому что в состав грин-грина все в блистерах, да, как я уже показывала вам. В состав грин-грина входят зеленые побеги пшеницы и ячменя, спирулина, красная водоросль, ягоды черники, ягоды малины, хлорелла, соки из молодых листьев пшеницы и ячменя, корень свеклы обыкновенной, плоды ананаса и корень моркови. Вот такой богатейший состав. Это все только первый этап, который у нас будет длиться 5 дней. На втором этапе мы будем в течение 4 дней употреблять вот такие лайт-миксы. По 3 лайт-микса, итого 12 во втором этапе. При этом, что на этом этапе мы можем употреблять овощные соки, бульоны и овощные супы. Ну, чаи, естественно. Что входит в состав лайт-микса этого порошка? Кстати, разводится он на воду, немножечко набухает, такой густенький становится, но достаточно вкусный. Значит, здесь уже очень много клетчатки, то, что будет выводить все, что почистили вот эти травы в нашем кишечнике за первые 5 дней. Итак, в составе лайт-микса шелуха семян подорожника, семена льна, чернослив, зеленые побеги пшеницы и ячменя, спирулина, красная водоросль, ягоды черники, ягоды малины, хлорелла, сок из молодых листьев пшеницы и ячменя, корень свеклы обыкновенной, плоды ананаса, корень моркови. Вот такой вот будет микс. Ну, прямо ресторан будет у нас на дому. И переходим к третьему этапу. На третьем этапе у нас идет восстановление кишечника, восстановление флоры в кишечнике. И здесь будут вот такие уже многим известные продукты, как ассимилятор, суперфлора и грин-грин, о котором я уже сказала. Да? То есть грин-грин для нас полноценное питание и продолжение очищения организма. Ассимилятор – это продукт, в который входит 8 пищеварительных ферментов. Это
протеаза, амилаза, липаза, мальтаза, лактаза, целлюлаза, папаин и бромелайн. Кстати, это еще и хорошо для снижения веса, папаин и бромелайн. Витамина, витамин D3 входит в состав ассимилятора тоже. Что делают растительные ферменты? Они помогают расщеплять всю пищу, утилизировать ее из организма, а то, что необходимо усваивать более качественно, помогает именно и усвоению. И суперфлора, такой известный продукт, как полезные бактерии. Это достаточно сбалансированная комбинация пробиотиков, бифида и лактобактерий, и пребиотики, и в том числе инулин. Инулин – это та клетчатка, на которой хорошо приживается любая полезная флора. Вот такой богатейший состав в программе «Коловада Лайт». Предназначена она для всех людей, которые занимаются собой, хотят поддерживать свою форму, чистоту в теле, особенно тем, у кого проблемная кожа, высыпание, раздражение, дерматиты и так далее. Всем, у кого есть проблемы с кишечником, ну, вообще всем людям, кто желает почиститься. Возраст у этой программы, рассчитана она на взрослого человека, поэтому подросток весом взрослого может ее употреблять, то есть детям она не показана. Усилить ее можно любыми, если вы хотите усилить эту программу, например, более выраженным противопаразитарным комплексом, это возможно. Рекомендация Альберта Зера – проходить эту программу 2-3 раза в году. Этого будет достаточно для того, чтобы поддерживать свое тело. Употребляются таблетки утром и вечером. Питание овощное, рыба пареная, то есть исключаем все сладкие газированные напитки, жареное, ну то есть обычная постная еда. Обязательно рекомендован водный режим, 30 мл на килограмм веса, вода должна быть полезная, правильная, сбалансированная, то есть употребляйте воду с минеральной композицией Coral Mine, одно саше на 1,5 литра, мы об этом уже очень много говорили, и у вас в течение дня биодоступная качественная японская вода. Беременным и кормящим не рекомендовано проходить программу очищения по понятным причинам, и кому еще нельзя эту программу? Тем людям, которые сейчас находятся в состоянии болезни, в остром состоянии. То есть, если у вас температура или обострение гастрита, или выраженный сахарный диабет, то в некоторых случаях надо проконсультироваться с врачом, а в некоторых случаях надо подождать, когда закончится острое состояние, и только потом переходить уже к программе очищения. Вот. Но, кстати, Light Mix разводится на воду, я не успела сказать, вот на 200-250 мл обычной воды размешаете в шейкере, он немножко набухает в объеме, поэтому выпивать желательно его сразу, не ждать по 30-40 минут. Выпили и таким образом как бы заменили себе прием пищи, но в промежутках можете принимать овощные соки или овощные бульоны, или можете находиться полностью на голоде. Как вам будет удобно, я планирую пройти этот этап полностью без всякой пищи. Вот рекомендации по питанию есть, я не буду на них подробно останавливаться, выдержит абсолютно любой человек. Вот, поэтому еще, кстати, по тем людям, у которых проблемы со щитовидной железой, конечно, им лучше обратиться за консультацией к эндокринологу, потому что гормональный фон – это такая штука непонятная, хотя я считаю, что эту программу можно из моего 17-летнего опыта, аналогичных программ очищения от Альберта Зера, прекрасные результаты и здесь, но люди пусть сами принимают решение, как им поступать. Вот. Ну, собственно, все мы сказали об этой программе 2-3 раза в году. А, кстати, подходит ли эта программа для вегетарианцев? Мне уже сегодня успели задать вопрос, потому что это только появилась эта программа, еще не все ее хорошо знают. Вот, если в программе продукты животного происхождения, значит, витамин D3, присутствующий в ассимиляторе, да, как я сказала, он имеет животное происхождение. Остальные продукты не содержат никаких ингредиентов животного происхождения, и капсулы также все из растительных продуктов. Поэтому веганам, вегетарианцам программу можно, единственное, что они могут исключить ассимилятор или вот принять решение, будут ли они проходить эту программу. Все, всем хорошего, крепкого здоровья. 2 недели будем друг за другом.